Вы с нами на нашем канале. С вами Аня и Матвей. И сегодня у нас Топидот Челлендж. Игра тысячи забавных лиц. Давайте распакуем игру и посмотрим правила внутри, чтобы понимать, как нам в нее играть. О, она припрыгнула. Здесь у нас 4 пары очков. Пищалка. Смотри, это кубик. И сами вот эти морды. Да, маски. Итак, мы разобрались с правилами. Победителем этого челленджа становится тот, у кого меньше всего будет заполнена маска. Проиграет тот, у кого маска будет заполнена полностью. В маске у нас здесь шляпки, очки, носы, уши. Итак, приступаем. Самое главное, что выпадет на кубики, быстро закрыть своей рукой эту картинку. Блин, это нож был? Да. Сейчас я вам повешу самый смешной нос. Почему сразу мне? Всем сопли. Ой, блин, вот я. А, я забыл. Да, я сплю. Я сон. Кто кидает? Он зеленый. Опять. Мама. Вот, жрастый, да, уж? Фотографируем, ты умеешь. Ты в зеркало посмотришь потом. Не смешно. Блин! Давай, Матвей, ты будешь мне пиратом. Пиратом? Это вот так. Нет, это да. Не вижу ничего. Ну, одним глазом быстро смотри. Мама, зачем мне пират? Нос. Так, сейчас. А, мне что, я могу свой нос снять? Да. Очка! Если у тебя выпало очки, то игрок, который находится слева от тебя, может повесить любой элемент на твои очки. Я повешу вот это. Да. Так что у него полностью заполнена маска. Дверь у нас будет сидеть до конца игры в таком виде. На тебе нос. Давай. Клякса, либо я снимаю, вешаю какой-то дополнительный элемент Ани на очки, либо я снимаю себя. Вешай, вешай. И я могу повесить ей шляпу. Тем самым Ани проиграли, мама выиграла. Те, кто проиграл, мы теперь их фотографируем в этих образах. Вам понравился этот челлендж? Нам с Матвеем он очень понравился. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.